Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал «Флорист-пофигист». Меня зовут Владимир Симонов. Как меня слышно? Прием, прием. А сегодня мы с вами будем разговаривать на такую интересную тему. Программа учета. Программа учета на примере пассифлоры. Вот этот разговор для тех, у кого свой бизнес, для тех, кто управляет бизнесом чужим, для тех, кто планирует открывать бизнес. Ну, все мы знаем, да, то, что так как мы все люди творческие, ужасно творческие люди, да, мы отдаем предпочтение зачастую таким, ну, именно творческой части нашей профессии, да, букетом, вот, творим какую-то красоту, делаем, да, витрины выставляем и все такое, и часто у нас такие вот моменты, да, как учет, как анализ, статистика, да, оно у нас у всех, у большинства из нас, да, очень часто провисает, вот, оказывается, где-то это на задворках, да, мы, скорее всего, чаще думаем, да, о том, как выглядит наш фасад, о том, как выглядит наша витринка, о том, как выглядят наши букеты, и очень небольшое значение придаем тому, что происходит у нас, какие у нас внутренние бизнес-процессы, да, вот, а этому на самом деле нужно придавать большое значение, гораздо большее, чем мы на самом деле зачастую этому придаем значение. Это очень важная, кстати, тема. Очень важная тема, и меня спрашивали до этого тоже, были комментарии, да, спрашивали про то, какая у нас система учета в магазине. Вот, ну, скажу честно, я, когда у меня было 3 магазина своих цветочных, да, у меня, я был лютый тетрадочник, да, у меня не было никакого анализа, но я же это, флорист-пофигист, да, я безбашенный на всю голову, все в тетрадочках, а часто вообще чего-то не записывается, и еще периодически мы думаем, а, ну, раз сам работаю, работаешь, да, раз сам стоишь тут за прилавком, можно вообще в принципе не вести никакой учет, вот, можно, или можно просто циферками писать, там, выручка, не выручка, ну, просто так, для проформы, да, что из этого выходит, да, какие последствия, во-первых, это отсутствие, полнейшее отсутствие анализа, полнейшее отсутствие каких-то стратегий, да, ну, нельзя, получается, отследить, да, ни маржинальность, да, ни прибыльность вашего бизнеса, ничего. Чегошеньки нельзя отследить. И вот такие вот у нас вот такие вот тетрадочки, да, тетрадочки с записулями. Вот я сейчас дернул парочку тетрадок, да, и вот так вот просто смотришь эту тетрадку, смотришь, такое 16 сентября, какой год, непонятно, там, допустим, 1 сентября наступает у нас, там, перед 1 сентября нужен заказ делать. Работаем в бизнесе мы уже лет 10, да, а каждое 1 сентября, каждое 14 февраля, каждое 8 марта наступает, знаете, как это, как у дорожников, вот, которые вот внезапно, у них Новый год, вернее, зима, да, всегда наступает внезапно, также у цветочников, да, каждый праздник, он наступает внезапно, мы вообще не ждали этих праздников, а что заказывать, а какие вообще цветы заказывать, ну, короче, ну, я думаю, то, что у многих одна и та же история, да, и максимум, что можно по тетрадочкам проанализировать, хорошо, если у вас еще год написан, да, максимум, что можно проанализировать, это, значит, какая была выручка, вот, и все. Вы при этом не можете посмотреть в тетрадке у вас, в ваших записулечках, в ваших блокнотиках не можете посмотреть, никакие товары у вас пользовались спросом, сколько упаковки нужно закупить, да, сколько нужно закупить цветов, ну, в общем говоря, анализа zero, просто ноль. Вот, это плохо, и это плохо, вот. Ну, и потом вот эти вот, знаете, ага, тетрадка, анализ, наступает у нас праздник, начинаем мы искать, так, что же заказать, а Маша, тащи пятый том 2013 года, тащи, с 2013 все тома, неси сюда, все будем сейчас анализировать, короче. Ну, вот так вот, да, вот так вот это происходит, да, наверное.
Ну, в общем говоря, понятно, да, наверное, всем, что от тетрадок, от блокнотиков, от записулечек нужно отказываться, да, уходить. Прогресс, он не только вот он на улице, да, прогресс, он пришел и в цветочный бизнес тоже. И причем уже он не сегодня пришел, да, он еще позавчера пришел. Вот, и для тех, кто не в курсе, да, это видео очень нужное и полезное, да, потому что прогресс уже здесь, а мы все еще где-то вот там, да, зачастую. Нужно вот как бы в ногу со временем, да, шагнуть тоже в этот прогресс и привести его в свой бизнес, для того, чтобы у вас был не хаос, да, не разбериха вот это вот в записочках, да, а чтобы у вас чтобы у вас бизнес был похож на бизнес, да, а не на стихийное что-то, да, на коленки состряпанное. Помню на своем примере, как каждый раз, там, каждая поставка, я не знаю, чего заказывать, да, ты не можешь проанализировать, сколько чего ушло в брак. Ну, в принципе, это можно за неделю, да, когда ты можешь еще, если еще окей, у тебя там по сортам расписано, да, но в принципе это нереально, да, проанализировать, какие сорта у тебя в брак уходят, а упаковка, допустим, какая упаковка пользуется спросом, какая не пользуется, потому что вот, пожалуйста, наверное, тоже это частая такая, да, тема, то, что какая-то упаковка, залежи этой упаковки, зато вот какой-то нежных пудровых оттенков их не хватает. А сколько заработали с упаковки, а какова маржинальность была этой упаковки? Никто не знает, потому что что? Потому что бизнес стряпается у нас на коленке, да? Вот, ну давайте с вами обсудим на примере Пассифлоры, да, что у нас должно быть вообще в системе учета для того, чтобы, ну, в помощь вашему бизнесу. В принципе, это относится не только к каким-то, опять же, хочется, да, чтобы было понимание, что это относится не только к каким-то цветочным магнатам, да, у кого там сети цветочные, у кого там салоны с многомиллионными выручками, да, это относится ко всем, даже если у вас один магазин, тем более, даже если вы только собираетесь открыть магазин, тем более, начните с порядка, да, с порядка, потому что, ну, переделывать всегда сложнее, потом привыкать к чему-то, отвыкать вот от писулечек, от этих от записулечек сложнее, да, начните делать так, как оно положено делать, и это будет все у вас прозрачно, понятно, вы будете понимать свой, как бы, жизнь своего товара, да, от его поступления к вам на склад, да, к вам в магазин, до его прибытия к покупателю, к конечному потребителю, да. Что у нас должно быть в системе учета? Ну, во-первых, это календарь заказов, да, календарь заказов, это как раз вот от поступления, да, вашего товара, вот пришли вам цветы на склад, пришла упаковка на склад, у вас все это забито, вы видите, да, в календаре заказов вы видите новые ваши заказы, да, заказы, которые выполнены, заказы, которые, ну, то есть букеты сделаны, да, вы видите курьерские заказы, то, что вы уже передали, да, курьеру, вы видите заказы, которые уже доставлены покупателю, ну, то есть это все можно легко отслеживать, нужно легко отслеживать, потому что особенно когда в какие-то праймовые дни, в дни праздничные, да, когда вот эта вот куча записок, помимо тетради, да, у нас тетрадь заказов, тетрадь учета, тетрадь прихода, тетрадь еще записки на каждом этом, да, на каждом букете. Ну, короче говоря, это полный трэш. Периодически у нас заказы теряются, да, ну, короче, напишите, кто с этим сталкивался, кто согласен. Тоже это делюсь вот личным опытом, да, это не то, что вот как бы откуда-то фантазии какие-то, сказки, это реально так и есть. Поэтому, как конечно, функция, да, вот этот функционал календарь заказов, да, он вообще мега крутой, да, он необходим. Далее, второй пункт, это складской учет, да, складской учет, он нужен, очень нужен, часто же мы, предприниматель, да, в цветочном бизнесе, он и бухгалтер, и занимается и закупками, ну, короче говоря, вы понимаете все, да, это зачастую один человек выполняет множество различных функций, и вот как раз вот эта вот программа, да, программа учета, она очень важна для того, чтобы облегчить работу, да, даже не столько облегчить, чтобы навести порядок, потому что
что уже все давным-давно начинает быть автоматизированное, да, системное. Это нужно для того, чтобы понимать вообще ваш бизнес, он идет куда, траектория его вверх, вниз. Если вниз, то где что нужно подтянуть, да. Вот. И вот этот складской учет как раз он позволяет вам понимать, отслеживать прием товара, перемещение со склада в магазин, если у кого-то склад, да, а еще и если склад, и при этом 2-3 магазина, ну, даже если один магазин, я знаю, например, ну, знаю я такие салоны, да, где есть склад и есть магазин отдельно, там, допустим, холодильник технический и холодильник витринный, тоже все эти перемещения, да, это можно отслеживать, что у нас продается, что у нас не продается, да, плохо продается, то есть это тоже очень важно для анализа, что нужно докупить, а что не нужно докупать, да, потому что тоже периодически мы едем на оптовку, глаза у нас вот такие вот, заведущие, хочется все сразу, а это вот про меня вообще, про меня, я, не дадут мне соврать, я знаю, Рита меня смотрит, мой поставщик, да, когда у меня было там 3 магазина, мне надо все, я не знаю, причем что у меня там продалось, что не продалось, я вижу, красиво, надо, да, но это не про бизнес, да, это больше как бы про наше, про творческое, хочу, вот мы хватаем, вот нам все это нужно, и потом как бы, конечно же, у нас то, что мы не продали до этого, у нас идет в брак, да, ну и так далее, то есть тоже здесь про бизнес получается такой себе разговорчик, да, когда у нас все такое вот стихийное. А третий пункт — это аналитика, да, аналитика очень важна, вообще сложно переоценить эту функцию, да, функцию анализа, да, аналитики. Ну, даже на примере, скажем, тетрадочки, да, вот возьмем мы тетрадку, для чего нужна аналитика? Вот берем мы тетрадку, мы заполнили там, день у нас есть выручка, прекрасно, чудесно, вы видите, что у вас за день там выручка 50 тысяч рублей, да, вы видите там за месяц, можете все сплюсовать, но при этом какова вероятность, да, что вы сядете и будете высчитывать, да, минусы все, маржинальность каждого цветка, да, потому что не везде идет наценка, не везде идет коэффициент, да, 100%, не на каждый товар, да, на какой-то товар есть больше там на зелень, на какой-то меньше, ну то есть это тоже плавающие такие категории, и здесь как раз программа, она безусловно облегчает все это, да, вы по каждому цветку можно провести анализ, да, по каждому товару можно провести анализ, какая маржинальность, да, какая маржинальность за определенный период у вас, за вычетом расходников, да, за вычетом зарплат, за вычетом аренды. Ну, то есть, это тоже очень большой такой пласт работы, который так вот проделывает программа. Чудесно же, чудесно. Ну, а так как люди мы творческие, да, люди зачастую творческие, люди открывают флористические салоны, да, которые уже раз уперлись там в потолочек где-то, работали, значит, на руководителя, на кого-то, да, и раз уперлись в потолочек и такие: пойду-ка я сам делать свой бизнес. А чего мы наблюдаем часто? Ну, как приходят, так и уходят. Вот посмотрите, я просто знаю, на самом деле, у меня друг делает холодильники для цветочников, да, и я прям отслеживаю такую тенденцию, что перед 8 марта открывается куча магазинов цветочных, после 8 марта закрывается такая же куча цветочных магазинов. Вот, потому что все на коленке, потому что все абы как, да, потому что это стихийный бизнес, это так не работает уже. Потому что рядом есть соседи, да, которые умеют анализировать или за которых делает эта программа. Поэтому анализ, средний чек, выручка, маржинальность, прибыль, да, чистая. Вот эти вот все, это все очень важно, да, важно понимать, важно себе в голове, да, понимать, что куда мы двигаемся, куда идет наш бизнес вообще, да, он нас вниз тащит или мы на Бали поедем.
Ну и моя любимая тема – это клиентская база. Вот, клиентская база, тоже все слышали много-много раз, да, про клиентоориентированность. Как можно быть клиентоориентированным, когда у вас нет, в принципе, базы ваших клиентов, да? У кого есть база клиентов? Поднимите руки, напишите, у меня есть база клиентов. Мы вот еще с обратной стороны нашей книжки, да, нашей тетрадки записываем наших клиентов, да, а потом им еще делаем рассылочки, обзваниваем, поздравляем с праздниками, с разными, напоминаем о себе. Есть такое? Вот, это вообще тоже очень классный такой, очень крутой пласт, да, в системе учета, когда есть вот эта вот клиентская база. Когда ты прямо с программы, да, с программы учета можешь сделать рассылку по вашим клиентам, рассылку с предложениями, сделать какую-то бонусную программу, да, организовать. Тоже вот это вот, знаете, интегрированное в CRM-ка, в... скажем, назовем это так, да, CRM-ка, интегрированная вот в один в одну общую папку, да, когда видно все, когда видно ваших клиентов, когда видно путешествие цветка от момента, когда он к вам пришел и до его реализации, когда он достиг своего конечного потребителя, да, когда видно всю информацию по курьерам, когда видно всю информацию по прибыльности, когда видно всю информацию по доходности, да, по маржинальности. Ну, круто, круто. Вот это вот есть автоматизация, да, когда у вас нет в голове каши, да, когда у вас нет кучи листочков, бумажек и вот такой вот папки, ну, как это называется, да, вот эта папка, где вот эти вот тетради вот так вот стоят. Вот, и когда вы можете реально за любой период, да, вы готовитесь, вот сейчас вот скоро будут праздники, отличное время протестировать на самом деле систему учета Пассифлора, например, да, отличное время, потому что просто посмотреть, насколько это может облегчить ваши текущие задачи, да, и уже в следующем году вы уже, уже на базе, да, вот этой базе Пассифлоры, да, на базе вашей учетной программы, да, вы уже сможете реально проанализировать то, что, ага, в прошлом году там мы бы взяли, вот, например, розовые розы взяли 300 штук, а красные розы взяли там 500 штук, например, да, при этом розовая роза у нас, она закончилась уже 7 числа, а красная роза у нас осталась 8 числа, у нас оставалась еще хреновая гора, да, там, вот, то есть такие вот моменты. В общем говоря, я не знаю, плюсов очень много, я думаю то, что имеет смысл все-таки проанализировать, да, проанализировать систему учета и попробовать, да, попробовать интегрировать в свой бизнес систему учета для того, чтобы... ваш бизнес, да, развивался одинаково, скажем так, прогрессивно, одинаково гармонично во всех направлениях, да, и в его визуале, и в его внутренней составляющей, да, потому что, ну, вы же понимаете, для чего вы пришли, да, в этот бизнес, вы же пришли не просто вот как бы покрутить эти самые, как они, каркасы, да, там, полепить чего-то там ручками своими, вы пришли для того, чтобы заработать деньги, да, слетать на Гоа там, ну, или еще куда-нибудь, вот, для того, чтобы ваша семья себя там комфортно чувствовала и ни в чем себе не отказывала, да, хлебушек, маслице, икорочка и все такое. Вот, то, что вы делаете красиво, это здорово, да, вы еще и миссию несете определенную, да, вы людям красоту дарите. Ну и про себя тоже не нужно забывать, не нужно на себя забивать. Вот. Так, ну и кто, для тех, кто понимает, да, что прогресс пришел, для тех, кто хочет идти ногу со временем, для тех, кто хочет развивать свой бизнес, а не топтаться на одном месте, для тех, кто хочет понимать, куда ведет бизнес, на Гоа или в долги, да, или в кредиты. Вот, для тех, кто хочет развиваться, в общем говоря, приглашаю вас.
перейти по ссылочке и познакомиться, да, посмотреть, что же там внутри, потому что, ну, я на самом деле познакомился с интерфейсом, для меня, да, интерфейс понятный, для меня интерфейс понятный, выделен яркими красивыми блоками, да, что немаловажно тоже, потому что флористы, ну, как творческие люди, да, это нужно, да, чтобы система учета выглядела не как бухгалтерская такая вот, это, разлинованная такая бухгалтерия, да, чтобы это было еще и как бы удобненько, все блоками, да, все понятно и интуитивно даже можно было управлять, да, интерфейсом. Вот, поэтому переходите по ссылочке, либо пишите в комментариях, пишите, ставьте плюсики, или пишите «хочу ознакомиться», вот. И будем вас знакомить, то есть мои партнеры, друзья будут вас знакомить с интерфейсом. А учитывая то, что у каждого пользователя этой системы учета Пассифлора имеется свой личный менеджер, да, ну, я думаю, что вообще не возникнет никаких вопросов и проблем с пользованием данной системы учета. Вот, поэтому переходите и пишите промокод флорист-пофигист. Вот, в Инстаграм пишите вот эта вот решеточка, как решеточка называется? Хештег флорист-пофигист, по хештегу флорист-пофигист у вас будет скидочка на подключение шикарной системы учета Пассифлора. Ну все, всех обнял, поднял, погружил. До новых встреч. Интересненькая тема, а очень интересненькая.